Доброе утро, Леонид Иванович. Доброе утро. Меня слышно хорошо? Так, слышно, но сразу каждого спрашиваю. У нас все выставляется в интернет записано, и вы не против? Нет, я не против. Чтобы не просили потом стереть или что-то. Нет, я не против. Хорошо, я слушаю вас, пожалуйста. Ну, я раньше был сектантом Да. 27 лет. Вот. Год назад, как пришел в церковь. И у меня много различных вопросов, которые меня волнуют, и я, ну, не везде могу найти ответа. Если есть возможность, можете ответить на вопросы. Я слушаю вас. У меня первый вопрос это, ну, по поводу постов. Вот, я сейчас слушал вас, вообще читал то на сайте о постах, которые вы говорили, в общем, но не совсем понятно мне вообще степень воздержание от пищи вообще, потому что вроде как воздерживаешься от пищи, вот, предположим, среда-пятница, да? Пост в среду-пятницу. Каким образом этот пост должен проистекать, в общем? Потому что, да, имеется в виду воздержание от пищи. Либо вообще ничего не есть в этот день, либо что-то есть там, потому что бывает, я, предположим, начал поститься тем, что я вообще ничего не ел, только после, ну, вечером. После 6 поел что-то и все. Я что показываю вам? Ручку. Карандашик маленький. Карандаш, Как карандаш, только да. сейчас кончим, я сброшу вам материалы большие. Я отвечать не буду, потому что зачем вам брать отдельный листик? Я вам полный материал дам из моей книги «Христианство православия». Там отвечу на ваши вопросы, даже вперед, которые возникнут. Дальше. Хорошо. Я записываю это Следующее. карандашом, записываю пост о посте, ролик сброшу дальше. Следующий вопрос у меня, это благовестие. Так, все, вопрос решенный. Благовестие тоже из моей книги к истинному православию. Над ней, над этой книгой я работал 40 лет. То есть, полнее ответить невозможно. Я отвечаю всегда по четырем параметрам. Первое. Что об этом говорит Святая Библия в 77 книг? Второе. Что об этом сказали святые отцы? А это 300 томов книг. Что сказали жития святых? 12 томов Дмитрия Ростовского. Что говорят каноны и правила? 719 правил. Я всегда ссылаюсь на это, и тогда уже даю связь между ними. Следующее. Не, просто по благовестию еще можно, у меня такой Я маленький момент. благовестие вам отвечу полный. Я не хочу, ну, сбивать накал. Все, я понял. Следующий момент по работе с сектантами вообще. То есть, потому что мне сейчас идет шквал, как бы, да, то есть запросов от моих там друзей, моих там собратьев, скажем, бывших, да. Вот. Что вы посоветуете вообще? Как вести себя с ними совершенно, в общем. Хорошо, я вопрос понял, коротко. Давайте. Значит, здесь вы должны на меня выходить постоянно. Какой вопрос? Одному никогда на беседы не ходить. Никогда, нигде. Почему? Иначе это будет вопреки воле Божией. Господь послал только по два. 12 апостолов по два. Это миссионерский отдел. 70 новых учеников отправляет по два. Приходят нам Кирилл и Мефодий по два. Павел идет силой двое. Он до этого отобрал с собой Марка, а потом разделился, взял с собой силу. С Варнавой ходил он. По два, по два, по два. Значит, минимум двое идите. Дальше. Какие именно темы? Первая тема, которую они поднимают, как правило, это иконопочитание. Я вам материал сброшу, вам не надо ничего больше делать. Более полного материала просто не существует. Это вся дореволюционная литература, революционная, зарубежная и проработка по святым отцам. Повторяю, это 300 томов. Там огромнейшая проведена работа. Все выбрано. Второй вопрос, который они могут у вас поднимать, это они назовутся, проговорятся. Церковь. Вы сразу скажите, какая? Какая? Ну, какая? Ну, мы христиане. Понятно, что христиане. А слово еретики вы встречали? Христиане, и называет апостол Павел лжебратья, среди братьев на дорогах опасности были. Кто это такие? Почему вы не употребляете слово еретика, которое, когда мы считаем 3:10 к Титу? Еретика после первого, второго вразумления отвращайся, ибо он грешит, будучи самоосужден. То есть ему бесполезно говорить. Два-три раза больше не встречайтесь с таким человеком. Нарушите прямое повеление. Это заразный источник, ему ничего не надо. Вы покажите. Ну, если не знаете, я буду показывать. Я скину еще материал о церкви. Материал. Вы только серьезно занимаетесь.
Повторяю, к этим материалам добавить практически нечего. Христос основал церковь. Они соглашаются. И сказал он, что врата ада не одолеют. Теперь спросите, а что такое врата ада? Они ни один не отвечают. Ответьте, это еретики, вы. Это вы врата ада. И гонители. Вот и все. Другого толкования нету. То, что вводит в ад, что раскрывает двери в ад. Истинная вера сохраняет, а ересь толкает туда. Дальше. Если вы называете себя церковь, ну, допустим, баптисты, в каком году возникла первая община? Ну, церковь – это не один человек, а где-то. Вы запишите, говорю вам, в 1639 году в Роджерсе, в Англии, первая баптистская община. Тезисы Мартина Лютера – 1517. Если это адвентисты седьмого дня, значит, тогда мы берем 1839 и 41 год, Уильям Миллер. Теперь, ну, свидетели Иеговы, не разговаривайте никогда с ними. Они не христиане и не секта. Это просто так. Новую книгу написали, на Библию опираться нельзя. А зачем это говорить? Это по большому смыслу сатанисты даже, самые настоящие. Ни троицы, ни души, ничего нету. Третий вопрос, который они иногда затрагивают, а вы на него натолкните. Восхищение церкви. Они за 1000 лет восхищаются, тут продолжается какая-то жизнь, потом снова продолжается. То есть праведники воскреснут за 1000 лет до пришествия Христа. А вы тогда им... Я вам скину, тысячелетнее царство называется, материал. И вы там увидите, Христос не верит в тысячелетнее царство, апостолы не верят. А почему? Почему Христос ни разу не упомянул о тысячелетнем царстве? Нигде. Тысячелетнее царство, рейх, только у Гитлера появляется. Спустя 2000 лет. Их надо подогнать, чтобы они увидели, кто они такие. Теперь вы говорите, что... Коротко. Плевелы это неверные, а пшеница верная. Ну да. И, значит, пшеница будет взята на небо, воскреснут мертвые, когда? За 1000 лет. Тут они уже попались. Все. Вы открываете притчи, вышел сеятель сеять. Или там, когда были, да жатвы оставьте расти вместе. Жатва теря кончина века. Жатва кончина века. И скажет тогда, прежде соберите плевелы и там пшеницу. Раньше у вас, наоборот, пшеницу восхищаете, здесь плевелы. Там написано «кончина века», а вы до кончины века 1000 лет, а в году 365 дней. Вы ошиблись в 365 тысяч раз. Написано «воскрешу его в последний день». В 6 главе Евангелия от Иоанна написано «кто будет веровать в меня, там есть плоть и сына человеческого, воскрешу в последний день». А в 11 главе Христос разговаривает с Марфой. Веришь, что воскреснет? Она говорит, верю, Господи, воскреснет в последний день. То есть ученики так усвоили. Почему вы решили, что праведники воскреснут за 1000 лет? Все. 100% головы срезаны. Они дальше не пойдут. Вот три вопроса. А другие, которые по мелочи, ну, а рукоположение? А для нас это на самый главный. Рукоположения нет, сошествия духа нету. Да я христианин, главное по плодам. Так плоды вот иные есть. Ты вне церкви. Христос никому не дал права обвинить церковь, если она будет что-то не так делать, и создавать новую. Нигде нету. Врата ада не одолеют. А я, например, укрепился на одном простом стихе. Когда обратился, Библию дали мне у пятидесятников, это 56 лет назад, я 56 лет работаю с сектантами. Я могу показать там, что Господь делает. И вот конкретно, сея с вами во все дни до скончания века. Вы верите в это? Ну, конечно. Нет, я говорю не тысячелетие. Дни. Во все дни. Ну, согласны. Давайте, ребята. Первый век. Назовите, с кем Христос был? Ну, как, с апостолами. Давайте перечислим их. Апостолы, все. Когда последний апостол ушел с земли? Умер. Ну, Иоанн умер там. Иоанн. Вот. Говорят, теперь хорошо. Назовите во втором веке, с кем Христос был? Если нигде не было, значит, это был обманщик. Я вам сказал, во все дни назвать не могут. Второй, третий, пятый, десятый, пятнадцатый век – ни одного. А у нас жития, я издавал жития, и в каждом веке сколько святых, их биографии все записаны. Так это написать что можно? Подождите, ребята. Тут очень просто доказывать. Когда меня судили в 86-м году, меня, Игнатия Лапкина, то прокурор сидит, судья сидит, и секретарь все пишет. Кто выступает, пишут. Но когда я вышел из тюрьмы, из лагеря, когда я был реабилитирован, а реабилитирован, закон гласит так, выдать дело, которое он просит. К
конечно, в присутствии там кто-то со мной будет, студент сидеть, чтобы я случайно страницу не вырвал. И мне выдали. Я теперь считаю, а наши записывали на магнитофон тайно. А секретарь другое. Мы теперь сверили, правильно ли записано? Правильно. Вот первые христиане, когда на арену цирки бросали, прежде их допрашивали. И допрашивали, ну их нотарии назывались, секретари, нотарии. И они сидели, записывали. А от Климента Римского, которому Павел привет передает, в толпе стояло 6 диаконов. Ну никто их не знал, они переодеты, ремесленники. И они тщательно запоминали все. И потом все записали. И когда в 318 году, а тогда же, можно сказать, там раньше, в 13-м он победил, Константин, все архивы КПСС, КГБ перешли к ним. И они сравнили со своим, все так и было. То есть, что писал нотарь, писал, когда вернулся диакон, и что нотарь писал, и в моем, что писал секретарь, что наши братья записали. И что попало. Это истинная биография, называется «Житие святых». Вас никого не было, значит, вас и не было. Вы не церковь. Церковь там, где есть рукоположение. Апостолы рукоположили епископов. Епископы следующих называется хиротония. У вас нету. Так это не надо, да? А у нас пресвитера есть, а где они взялись? Откуда? Считаем мы к евреям 7-7. Без всякого прикословия. То есть прикословить не надо тут. Меньше благословляется большим. А кто больше? Епископ. Они согласны с этим. Ну и скажите, кто рукоположил, и дальше будем называть, кто рукоположил у вас? Мартин Лютер. А он кто был? Епископ. Ну, зарядитель Википедии, он монах был, даже не священник. То еще вы плетете-то? Какой он епископ-то? Его лютеране никогда не называют епископом. То есть невежество и наглость. Тогда они, когда мы их расшевелили, они поехали в Европу, нашли все-таки одного. Симонс Меннон, это меннониты от него. Ну, действительно, католический священник, но не епископ. А священник никого рукоположить не может. Без всякого прикословия, меньше и большим. И эта речь о священстве идет. Не о том, что Ветхий Новый Завет, как вчера у меня американец говорил здесь. На дому был, я в ролике его выставил. Итак, вы никто, самозванцы. Но в Ветхом Завете, а в Ветхом Завете написано, вот 10 глава, напишите, 1 Коринфянам. 1 Коринфянам, 10 глава, двоеточие. 6 стих, запятая 11. Написано, апостол Павел перечисляет, какие были отрицательные герои в истории, в книге царств, что они делали, а потом неположительно, отрицательно. И говорит, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Дальше. А эти образы были для нас, достигших последних веков. Давайте я говорю с вами, поговорим на чистоту. Скажите, в Ветхом Завете ягненок был прообразом чего-то? Конечно. Евангелие от Иоанна 1:29. Иоанн увидел и говорит, вот Агнец Божий берет на себя грех мира. Вы согласны, что Иисус назван Агнцем? Конечно. И кровь Агнцев не могла ощущать. Апостол Павел пишет к евреям. Они тоже согласны. Все нормально. Скажите, а скрижали на что указывали? Они разве указывали? Конечно. Все ветхозаветнее, Павел говорит, было тенью будущих благ. Я им показываю место, считаем, Колоссянам, Кефесянам. Согласны? Согласны. Скажите, что они означали? Переглядываются. Не где-то в Москве на Малоузовской, в центре патриархии их баптистской. Нету ответа. Не знаете, я вам отвечу. Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. А на скрижали, что слово Бога живого Иеговы. Но они указывали на самого Христа. А лежали эти скрижали, каменные плиты, в ковчеге. А ковчег что означал? А разве он означал? Это были образы для нас. И вы сейчас увидите, ковчег не просто так. Он мог постоять за себя. Он мог по зубам дать. Да разве так написано? Запишем. Вы не знали. Не говорите, что вы знали. Сейчас вам Господь будет картину открывать. Ковчег, Сын Божий где был? Внутри чрева Девы Марии. Ковчег указывал на Божью Матерь. Вы посмотрели, как у них глаза на 13 сантиметров отставать начинают. Верите в это? Ну а где Бог наказывал? Читаем. 3-5 главы первой книги Царств. Когда в плен попал ковчег и возвращался, там телец таких сделали. Молодые к телятам бы вернулись. Нет, они пошли в Израиль. А жители Бевсамиса в это время на поле серпами там жали. И они увидели, идут, все слышали про ковчег.
и что он в комнате без двери, без окон, и там один раз в году первосвященник только бывает. Ну а что там? Он говорит, да давай посмотрим. Я говорю, вы иконы ломали когда-то? Ну выбросили, бабка ваша ломала, деда ломали, жгли. Жгли, вы хвалились этим. Так вот, теперь смотрите внимательно, внимательно. Они подошли, они не плевали, как вы, сектанты, делаете. Они не хулили святые изображения. Они подошли и заглянули. А там ничего и нет. И отошли. Ну что они прятали, евреи, ничего нет. И да, ой, я не могу, у меня живот что-то. Так, я не могу, голова разболелась. У него инсульт, инфаркт. И Бог убил, написано сразу, 50 тысяч и 70 человек. Вы не думаете, что Богу больше заниматься нечем? И не порадовались, написано они, что смотрели ковчег. Не порадовались, что теперь пишете о Божьей Матери, что у нее дети были. Вы не трожьте этот ковчег. Отойдите от него. Гляжу, мои баптисты присмирели. Ну, объясните это, за что Бог убил? 50 тысяч. Даже во время Курской битвы, самой страшной во Второй мировой войне, этого не было. В Сталинградской битве этого не было. По 50 тысяч каждый день убивать. 18 тысяч было. Ну и что? А теперь смотрите. Считаем, роковая ваша статья. Числа, 16 глава. Запишите. Числа, 4 книга Моисеева. Числа, 16 глава. Там были люди, собрались, Дафана, Верон и Корей. И они к Моисею пристали, дескать, что вы командуете? Мы чем хуже вас? И 250 мужей с кадильницами. А Моисей говорит, вы не против меня восстали, вы против Бога. Бог меня поставил над вами. А брата Аарона священником тоже мне святоши нашлись. И вдруг с неба огонь, и 250 тысяч попалил. Остались кадильницы, и сказано, огонь выбрось, а кадильницы разгладь, разверни это, и обейте жертвенник, чтобы помнили всегда. А что помнили? Дальше скажем. Баптисты соглашаются сразу. Скажите, как он расправился с Дафаном и Ароном Кореем? Они говорят, мы тоже, и написано, люди отличные. Почему вы себя выставляете, что мы церковь, а мы секта? С чего вы взяли-то? Это мне говорят. Моисей говорит, завтра в это время явитесь здесь. Если вы умрете обыкновенной смертью, значит, ничего и не было. А если необыкновенной, единственной за мировую историю, значит, это от Бога. Я когда вел занятия в 5 университетах, в школах, в милиции, тогда я делал так, разделю эту доску и пишу преступление, за чертой наказание. Начинайте объяснять. 10 суток человеку дали, а тут сидят юристы, 10 суток. Ну, где-то там, может быть, мужик пописил на вокзале или заругался. Так, а год? Может быть, курицу украл там, хорошо. 10 лет, о, это серьезно. А когда я преподавал, это еще меморандум не был такой принятый на отмену смертной казни. Это Ельцин придумал-то. Скажите, смерть? Ну, все юристы, все говорят, ну, это маньяк. Много жертв, как Щекотило убил Андрей. Детей там насиловал, убивал там, ну то есть серьезные, измена родине и прочее. Согласна. Последнее. Живьем в ад. А разве есть такое? Живьем в ад. Притом из-за согрешения родителей жены идут в ад. Дети идут, скотина, шатры. Все живьем в ад. Это один раз за мировую историю было. С Дафаном, Авероном и Кореем. И побежал народ весь от них. Скажите, за что такая казнь? Сектанты все молчат. А только за то, что от церкви отделились. Это ваши предки. Вы их потомки, отбежали от шатов успели. Это ваша участь. Вы от церкви отделились. Они за Моисеем знали. Взял эфиоплянку, когда своя жена. Но мало ли еще с человеком не бывает-то. Не вам судить. Мариам, родная сестра, решила укорить его за эту эфиоплянку-то. Ну, что ж ты делаешь-то? И Бог сразу покрыл лицо проказой. И стан остановился. Евреи перестали двигаться. Никуда никто не идет. И тогда он воззвал Господи, что? А закон гласит, если отец плюнет дочери в лицо, будет ли она виновна? Да, виновна. Господь плюнул ей в лицо. И остановились. И Моисей возрыдал перед Богом. Господи, пощади. За станом. Прокаженный быть там. Сколько дней прошло, и Бог снял проказу. Вы судите кого? Церковь.
Вы сектанты, вы еретики, последователи вот этих. Там другой вины нет. Они отделиться решили отдельно, сами все сделать отдельно. И вы, церковь, ставите новый алтарь, новые молитвы, новое песнопение. Причастия нету. А причастия нету, нет и жизни. Написано, кто не претерпевает сына человеческого тела. Мы у баптиста беседуем. Скажите, вот у вас вечеря любви, так? Ну да, воспоминания. Вы купили хлеб где? В магазине. Печенье иногда берут. Переломили. Что вы сделали? Ну, переломили. Взяли печенье, хлеб. А дали людям что? Хлеб. А Господь преломил и сказал, сие есть тело мое. Но это подобие. Нет, не вставляйте слова. Тело мое с большой буквы написано. И подал чашу вина. Но когда совершил молитву, она превратилась в кровь. Это где есть? В церкви. У католиков, православных, григориан-армян, коптов и сирийцев. Все, пять. За этим нету церкви. То есть они вас побуждают к знаниям. Притом я вам сейчас скину сколько материалов. Скину, что у нас идут занятия. Занятия идут в скайпе. Вы обязательно сегодня придите, как там сказано. Ваши знания нуждаются в помощи. Я повторяю, непрерывной работы с сектантом 56 лет провел. И вот эти темы, которые я называю, в один день вы им докажете. Ну, об иконопочитании запишите немного. Вы скажи, верите, что Иисус зашел в храм и говорит, дом мой, дома молитва наречется, а вы сделали вертепом разбойников. Ну да, дом мой, упор делаю. Это он пришел в свой дом или в капище? В свой. А кто этот храм построил? Баптисты почти все отвечают. Соломон. Не, позвольте. Вторая книга Паралипоменон, 25 глава, черкните. Там написано, что храм был разрушен Навуходоносором. Вторая Паралипоменон, два пар. 25 глава. Как? 25 глава. Вы верите, что Навуходоносор был? Конечно. Да как же так, это мы забыли? Или... Ну, разрушено, да. И море медное изломал, там быки под ним были 12. Так это... А какой тогда храм? Я говорю, читайте эту книгу пророка Агея, Агей. Запишите себе, храм Агей описывает. А в этом храме были иконы. Как иконы? От пола до потолка, снутри и снаружи. А где написано? Иезекииля. Запишите, Иезекииля. 41 глава, 17 стих. 41, 17, двоеточие. Написано. Вы верите? Ну, как так? Да... Это же запрещено, не делай изображения того, что на небе вверху, на земле внизу. 20 глава, 4 стих, книга Исход. Они... Я говорю, ну вы верите, 20 глава Исход? 20 глава. Да. Не делай изображения. Ну да. Ну если не делай... А в 25 главе, 25, это могли досчитать, написано, сделай изображение двух херувимов. И не просто херувимов, а он перед ними поклоняться будет. Перед ковчегом-то. Полная гробовая, говорится, тишина. Так это еще не все. Дело в том, что давайте напишем. Не делай того, что на небе вверху, на земле внизу и ниже земли в воде. Я пишу, мил, давайте, перечисляйте, что на небе? Ну все, солнце, пишем, солнце, что? Луна, звезды, облака. Больше ничего не видно. Ну не считая, сейчас из трубы кочегарки дым идет. Нету больше ничего, нету. А теперь написано, ангелы, херувимы, серафимы, они под землей живут или на небе? На небе. А он говорит, сделай серафимов. В этой же книге. Значит, на небе нельзя то, что чему поклонялись творению. А это можно и нужно, напоминает от Бога. И дальше на земле. Что? Человек, звери, скот, деревья, кустарники, растительность, рыбы. Не рыбы, это в реке. Ну и перечислили все. Это делать нельзя. Нельзя. Теперь смотрите. Храм Соломонов. Величественное сооружение. Это третья книга Царств, 3-5 глава. Третья Царств, 3-5 глава. И Моисей сделал то, что Бог ему не повелевал. Что там были? Херувимы, виноградные кисти, огурцы, львы. А лев это нечистое животное. А и море на 12 быках. Они задом туда, рогами наружу были. Вы верите в это? Ну, так написано. Баптисты любят. Я говорю о баптистах, всех сектантов туда включаю. Ну, вы верите в это? Ну, да. Ну, так а Бог повелевал? Нет, не повелевал. Бог принял это или не принял? Если не принял, значит, ничего и не было. А там написано, когда стали молиться, там 70 священников, и Бог храм наполнило облако,
И они не могли стоять и выйти. Это слава Божия сошла. Бог принял этих львов и быков? Если не принял, значит, вы никто, безбожники. Ну да, принял. Как он мог принять, когда не делает того, что на земле внизу? Понятно? Они запутались. А вы считаете толкование, вот об иконах, когда дам, увидите, нельзя делать то, чему поклонялись, что на место Бога, на место Бога. Вот они говорят, а вы ангелам кланяетесь, я говорю, обязательно. Так это нельзя, ангел сказал, Богу поклонись одному в откровении. А людям кланяйтесь, ну да, мы молимся. А написано, Петр сказал, не делай этого, я тоже человек. Я подробно разбираю, зачем он говорит, я человек, я же вижу, что это не скотина. Его приняли за Бога, язычники легко обоготворяли. И почему приняли, все это объяснено. Баптисты опять попятились. А теперь дальше. Пресвитер встал и говорит, что надрали нам, говорит, задницу. Так я перехожу в православие. А пресвитер старше, как епископ был. Ну, едет к нашему брату, его крестят, полное погружение, становится священником. Ну, остальные, кто пришел, кто, я не знаю их историю. То есть вы вооружены полностью. Относительно икон вопросов нету. Относительно тысячелетнего царства 100% выигрыш. За 56 лет ни разу у меня не было, чтобы пришлось какие-то позиции сдавать. Последнее время. Ну, написано вот первое, второе воскресенье. Просто скажите, Бог говорит, в день, в который вкусишь запретного древа, познание добра и зла, смертью умрешь. Он умер, Адам, или нет? Еще 950 лет впереди. Так умер или нет? Ну, духовно умер. Так, запишем. Первая смерть духовная. А вторая? Ну, вторая телесная, когда придет время умирать. И Высоцкий умер, и Сталин умер. Согласны? Согласны. А теперь смотрите. От первой смерти духовной должно быть и духовное воскрешение. Как? 15 глава Луки говорит, сын мой ушел, был мертв и ожил. Почему он ожил? Он вернулся к отцу. Блудный сын. Был мертв и ожил. Он воскрес. Вот. Вторая глава, 5 стих к Ефесянам. И говорится, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил, воскресил и посадил на небесах. Вы не воскресли, потому так и говорите. Ну, а вторая смерть, понятно, это смерть вторая, брошенная в озеро Огненное. И когда вы будете это, я вам материалы скину, иконопочитание, обо всем. Вы ни дня не откладывайте. Поскорее все узнавайте. Следующий вопрос. У меня вопрос вот, по поводу... Сошествие Духа Святого. Вот сказали, что через рукоположение, да? Да. Через возложение рук. Я тоже. Но вот мне говорят, что по 8 главе, я привожу 8 главу Деяния Святых Апостолов, и там написано в конце этой главы, когда Филипп уже пошел с Евнухом общаться, и на него сошел Дух Святой. Так. На Евнуха. Ну и как бы без возложения. И по идее Филипп тоже был диаконом, да? То есть, и как в этом случае... Диакон Филипп, не апостол. Апостол да, Филипп да. был и диакон. Я говорю, что... Бог сделал так, как надо, начало времени. Порядок такой. Покайтесь, это Деяние апостолов 2.38, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Баптисты в это не верят. Крестится для прощения грехов. Для прощения. Да как так? А покаялся? Покаялся, признал себя виновным. Он стоит на эшафоте. И надо ему погрузиться в воду и воскреснуть. Так а нас, братья, так не учат. А как учат? Ну, покайся для прощения грехов. Смотрите, Савл идет, упал. У Бога просит прощения, ослеп. Прощены грехи ему. Прощенные. Все собрания прощенные. А давайте мы посмотрим. Деяния апостолов, 22 глава, 16 стих. Определенно, Анания приходит и говорит ему, брат Савл. Ну вот видите, брат. Нет, подождите. Ну, брат-то брат. Он говорит, что ты медлишь? 3 дня это замедление, ты умереть можешь. Что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои. Что он будет омывать, когда грехов нету? Да как же так? А братья наши так проповедуют. На братьев не ссылайтесь. Слепой слепого ведет, вместе с братьями кувыркнется туда. Встань, крестись и омой грехи твои. Павел говорит, мы омыты. Баня паки бытия. Где? В крещении. И материал о крещении я вам сброшу. Только в полное погружение должно быть. Вот как Христос умер. Мы крестились в смерть Христа. Заметьте, Христос как висел, и он асфиксия называется, задыхался, приподнимался, и снова опускались руки. Он не мог держать. А у баптистов как сзади спину поддерживает, и наклоняет на спину. Так?
Да. Да, у них не в смерть крестят, а в положение во гроб. Даже этого понять не могут. Если бежит какой-то боец, его пуля попала, он упал, а Христос не мог упасть. А написано, он умер на кресте. Копьем ударили, стекла кровь и вода. Кровь уже разложилась. Лейкоциты, эритроциты отдельно уже. Так? Так. И Да. поэтому православный заходит в воду, и он трижды во имя Отца под воду скрылся, во имя Сына под воду, во имя Духа Святого новый человек рождается. Вот так. Я Все. понял, но там вопрос следующий. Имеется в виду, что Филипп, 8 глава Деяния святых апостолов, когда Филипп А? общался с евнухом, да, вот, Филипп же был диакон, правильно? И Филипп диакон, там был диакон. Да, дальше. И после этого он крестил этого евнуха и сошел Дух Святой. И Сошел как бы, Дух Святой, да. да, и баптисты мне говорят о том, что вот видишь, как бы здесь не было возложения рук, но Дух Святой сошел. Ну и что? Это говорит о начале, когда не было никого рядом. Он уезжает в другую страну, и Бог переменил порядок. Покайтесь и докреститесь каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Покаяние, крещение, Дух Святой. Здесь делает покаяние, Дух Святой, тогда крещение. Почему? Он не знал, крестить или не крестить. И порядок Господь делает так. А дальше было где-то? Не было. Все отошло. Это начало, человек уезжает в дальнюю страну, никто за ним не пойдет. Необходимо было, и Бог показал. Разумно. Почему? Церковь – живой организм. Бог, Дух Святой – живой ипостась живая. На это ссылаться никак нельзя, только сказать, это уникальный случай, и больше никак. Мы говорим, жены нету, а из ребра сделали, а я буду настаивать, я не хочу ходить где-то там по танцплощадкам искать красавицу. Пусть Бог сделает из ребра. Нельзя. В самом начале все по-другому. А я хочу так. Ну, мало что ты хочешь-то. Иди, ищи. Посмотри, нравится, не нравится, верующий, неверующий. Что ты ребрами трясешь-то? Бог выломает тебе их? Так разрешается четыре. Четыре ребра Бог не брал, написано одно. Так что тут мусульманам нечем крыть. Спасибо за информацию. Буду иметь в Давай. виду, в общем. Потому что я этот. У меня отец пресвитер. Вот, до Это сих пор еще. скажите, что пресвитер по-баптистски, он не пресвитер. По-баптистски, да, я имею в виду по-баптистски, да. Никто. Да. Вот. У меня есть такой вопрос еще по десятине. А что ты Вот. говоришь? Если есть возможность, вы можете скинуть там информацию по десятине, потому что, во-первых, кому десятину отдавать? Вот скажем, у вас там в церкви, куда я хожу. В храм, да, то есть там, естественно, десятину там об этом даже и не говорят. Хотя вот, ну, я считаю, что это нужно делать, десятину отдавать Богу. Вот, например, кому ее отдавать? Потому что там есть тарелка, вот, там ящик для этого. Вот, и второй вопрос, это, вот я за нее, у меня есть свое дело. То есть каким образом там доход оттуда, ну, считать? Тут очень сложно как, посчитать доход. Отдать десятую часть. Вот поэтому вообще, как вы считаете, вот заниматься бизнесом христианину это нормально вообще или ненормально? Я понял вас. Так, относительно десятины я вам сброшу свое стихотворение. А у меня стихотворение 3467 по 9 куплетов. Это 4 тома по 800 страниц. Так вот, там у меня стихотворение о десятине. В каждом стихотворении 36 строчек. И на каждой строчке, откуда место Писания взято. Надо Библию 36 раз листать. У меня такие стихи написаны. Десятину отдавать священству при одном условии, что в церкви нет торговли. А если торговля есть, они, твоя десятина уже никакого значения не имеет. А они-то торгашескую точку устроили, вертеп разбойников. Вот наша община, у нас 27 лет, как мы зарегистрировались, ни разу, нигде не было что-то за деньги. А там поминать кого деньги, крещение деньги, это симония, смертный грех, за это брать. И у нас никогда этого не было, чтобы продавали там или ходили с тарелкой. А как? Десятина? Православные мы? Так вот, десятина – это концовка всем благословениям. Выше ее нету. Господь говорит, вы обкрадываете меня. То есть десятина нам не принадлежит. Она ему, Бог, я заработал 90, Бог десятку приложил, говорит, пойди отдай. А священник торгует, отдай нуждающемуся. Или бедный где-то найди храм, где торговли нету. Положи и пусть лежат. Определенно, на содержание священства или бедных. Если мы это знаем, то мы благословенны. Господь говорит, испытайте меня. Бог
через Давида говорит: «Испытай меня, Боже, выйду чист, как золото». Горнили переплавлено. А здесь Бог предлагает: «Меня, Бога, испытайте». А как? «Платите десятину, я небо открою для вас, пролью милости». А вы не даете? Проклятием вы прокляты. Двойное проклятие тому, кто десятину не платит. Как этого не видеть? Я перед вами живой человек. Но я не стыжусь этого говорить. И почему? Я хвалюсь моим Господом. Я первый раз услышал о десятине в 62-м году. 27 сентября, наверное, когда я обратился к Богу. До этого я жил в старообрядческой среде. Бог есть, боялся женщин, там, не воровать ничего. Это Бог сохранил меня. Но когда я услышал о десятине, что за десятину Бог дает такую награду, я... 23 года, я еще ничего не знал. У меня мысленно созрела мысль: я не буду давать десятину. Я буду давать 9 десятин. 100 заработаю, если 90 отдам на дело Божье. И 56 лет так прожил. Ни разу, не считая пенсионную, ни разу не изменив. И поэтому все удивляются: какой вы благословенный, сколько вам Бог дал. Вот написать там 43, наверное, тома только книг. Миссионерская поездка от Владивостока до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика. И везде я дарил книги, 650 городов. Да во всем. Почему? Я плачу десятину. И хочу быть близок к Богу. А куда девать? Ну, если ты не лжец, не клеветник, не под меня, не подыскивайся, я тебе отвечу, я любому отвечаю. На дело Божье. А какое? В старые времена были у баптистов разделения, называлась инициативная группа, отделенная. И у них подпольно печатали Евангелие. И мы ходили, и баптистскому пресвитеру отдавали все накопленное. Вот у меня лежат десятины, а в это время, ну, кто-то на квартиру ко мне, а на квартире я никогда ни рубля не брал за квартиру. Но договорились по 25 рублей класть на еду. Мы вместе положили, а чтобы деньги не своровали, я около десятины за то положи, то Бог охраняет, ангел и это сохранит. Ни разу деньги не своровали. И вот теперь 25, но люди-то у меня живут. Значит, у меня будет экономия во всем. Мы истратили 15. А если у меня 10 человек жило на квартире, да по 10-то рублей мы подгребаем к милостыне туда, к этим десятинам. У нас серьезные такие были подачки, или, как сказать, пожертвования. Угу. Мы несли баптистам. Да кого вы говорите, еретики? Сейчас не об этом говорим. Мы говорим об Евангелии, которое они печатали, они рисковали. Их надо было поить, кормить. Мы находили пресвитера, который сам уже сидел. Меня обвиняют за это. Вы какой православный, да с баптистами там молился где-то. Как я молился? Они говорили: «Троицы нет», а я молился? Они молятся: «Отче наш, я не должен сказать аминь». Замолкли. Надо быть благоразумным везде. Вот некоторые монахи, попутно скажу, ну, между собой заспорили. Что самое главное? Один говорит: «Молитва, конечно». Он говорит: «Молитва важна». Но без поста какая молитва? То вот, а еще пост, когда милостыни нету? Ну, пошли к Антонию. Антоний Великий. «Ой, Ава, научи нас, что самое главное?» Он говорит: «А как вы рассудили?» «Ну, молитва». Он говорит: «Научи дурака, не научи дурака молиться, лоб прошибет». «Правильно». «Так, а не научи молиться, поститься, так запоститься и до дома не доберется». «А что тогда главное?» Он: «Главное, братья, это рассудительность. По уму все надо делать, с учетом обстановки какая. Какой мне пост, когда мне дают пайку, которую мне не хватает наполовину даже?» Ну, пост такой, я не ем мясо вот больше 50 лет. Я просто не ем его. Вот один. А там дают, допустим, что-то. Я на компот променял, да и все. С хлебушком съел. И в любом вопросе рассудительность. Не лиши нас, Господи, здравомыслия и рассудительности. Зачем бы это было написано в Библии? Что бы ты ни делал, не знаешь как. Да и как знать? Я шел опытным путем. Открывал Бог то, что даже нигде не было открыто. Такие моменты были. Я своим это не считаю, с радостью делюсь, без хитрости получил и даром отдаю. Вот вы задали вопросы, я записал, сейчас прям сразу начну вам скидывать. Еще вопросы? Так, вопрос по поводу этот, десятины. В общем, то есть вы, по вашему мнению, что если в церкви есть торговля, то десятину лучше не отдавать, а копить ее, да, получается? Копи, дальше будет видно. Если торгует, не платить. Зачем? Зачем, когда они другой источник дохода? Дом торговли устроили. Я даю там, где Господь. Я даю Богу.
не человеку. И на наши средства тысячи новых заветов издали. Тысячи человек насытились. Да кому же на себя потратил? Я отдал Богу, не человеку. Мне проверять даже и не надо. Я знаю, он узник был. И главное, был в том же лагере, где я был. Так что я опираюсь на факты. Поэтому, если ты любишь Господа, проси здравомыслия, рассудительности. Не спеши со словами. Вот послушал, дай им устояться. Потом проверь по Писанию. Вот я говорю тебе, мало еще скажет. Я вот много лет вел занятия, только в одном университете вел занятия 18 лет. А лет, то я знаю, о чем говорю. Только в одном университете 21 тысяча студентов. А то учатся с 18 стран приезжают. В Барнауле я нахожусь, Алтайский край. А как? Ничего не знаю. У меня нет никакого гуманитарного образования. У меня нету. Я технарь, строительный техникум окончил. Всю жизнь там мне не давали быть прорабом после армии. Я, значит, печником, плотником, дачи строил, печи делал. У меня всегда были деньги. Для Бога. Поэтому у меня выработка была, вот я делаю печи, 280-300%. То есть 3 раза больше сделаю, и потом у меня были деньги. Я на 2-3 работах. Переплетчик, реставратор, дрессировщик собак. То есть чем только я не занимался. И все на алтарь Бога. И поэтому всем явлено. Я просто моим Господом хвалюсь. Как однажды попал я на маленький день рождения сабантуйщик-то, и там 5 генералов. У каждого звание воинское, мэр города, притом в лучшую 10 мэров входил со России. Прокурор края, генерал-лейтенант, там другие. Они вместе были. Только зашел я к ним, а мне пропуск был. Они говорят, а мы только о вас говорили. Я говорю, и как? Более счастливого человека мы не встречали. Все сказали, а почему? Потому что вы делаете то, что вам нравится. А я начальник детского лагеря, образовал лагерь, один православный на всю страну. И 45 лет его вел. Ни одного пораженного, ни одного заболевшего, ни одного отравленного. Это что-то стоит? Надо учитывать, что ни рубля государство мне не дало, а только гнобило. Это что-то стоит? Да еще 2 года, еще в другом формате мы сейчас. Это все в интернете. У меня в интернете 14 100 роликов. У нас все снимается. Мы не слепляем ничего. Иные говорят, вот это наша жизнь вся открыта. Вот я с вами беседую, я ничего не скрываю. А вы мне ко мне зайдете, допустим, через 2 года, я вам по-другому не могу ответить. И то, что я сейчас говорю, это я знал 56 лет назад. Мне буквально все сразу Бог открыл. Он знал. Мне вот кубометрами доллары будут лежать, тоннами золота. Я не знаю цены им никакой. Сколько ни дай, я найду. Вот сейчас мы строим деревню, я первым делом дороги бы провел, большую школу построил, учителям повысил бы зарплату. Я все время прошу, миллиардер бы нашелся, 100 миллионов долларов мне кинули. Только бы я завернул дело-то. Игорю новый комбайн бы купил в старости. У него 400 гектаров земли. Конечно, это смешно. И один человек, Стручков Александр, он шолоховед, все про Шолохова. И мы с ним встретились, гляжу, он статью выставил. Говорит, я встретил человека, счастливее которого никого нету. Нету даже, говорит, и опять обо мне пишет. Почему? Радуйтесь, всегда радуйтесь. У меня врагов тьма, а друзей 2 тьмы. И вот сейчас на меня один зашел, называется Синицкий Александр. Ролик за роликом, с моих роликов выдирает, меня покажет, там бывает голову отрежут, будто я блуд там делаю или что-то еще. Ну, обезумели. А он еще не знает, на кого наткнулся. Я сказал ему, кто-нибудь передайте, что я благодарю его. Я человек страстный, грешный. Я за него стал молиться. Он-то думает, я его сейчас буду бить, там его искать. Не буду. Я начал молиться. 2 недели назад случилось. И сегодня как взрыв в интернете. Его разоблачили. Ставленник масонов. От организации такой-то. Как они всем угрожают. И что он изнасиловал там. Все открыли его. Не я. Я только молился. Я говорю, я его зажал в клещи дневной, ночной молитвы. Господи, прости ему безумие, если можно. Не наказывай его, любите врагов ваших. Вот и весь сказ. Это вот сегодня утром только я получил этот новый материал. Отец, это все началось с вас, когда он 3-й ролик подряд против меня, и теперь все это вскрылось, и такие расследования пошли. Меня, ну я это сказал, я же сказал 2 недели назад. Хорошо, что на меня вышел. Ему в ответ по зубам, а он их... Он больше ничем не занимался, как осуждать всех баптистов, ни во что не верит. Я только молился. Я против него ни одного ролика не составил. И сегодня разломали люди все, кто если про него писал, ему угрожали, стирали. А сейчас никак, по интернету просто лавиной пошло. Вот и все.
Я Богу доверился. Я сегодня ликующий такой. Господи, ты защитил меня. Тут приехал американец один, и фермерское хозяйство. Джастер Уолтер. Ну, я вам сейчас наши данные когда скину, вы там посмотрите. Первые ролики сегодня поставлены на Ютубе. И мы вчера, я где сижу, здесь мы 2 часа 20 минут беседовали. Он какой-то ересь там, еретик какой-то. Ну, сам по себе хороший человек. Больной, конечно, психически его дергает. Но дело-то не в этом. Дело в том, что ему, вот я молился-то, я даже письма не послал. И вдруг он вчера приезжает сюда, и мы вчера беседовали. Я ему все открыл, подарил 5 книг, которым книгам аналога нету. Почему? Бог так сделал. У меня книги, 3-томник Нового Завета по 752 страницы с полным толкованием с откровения. Притом раскрашенный Гюстав Доре, 240 иллюстраций, во весь лист без полей. И 297 моих комментариев о Слове Божьем, о любви в Библии и о проповеди, о благовестии. Такого оригинального издания за 2000 лет не было ни в Западной, ни в Восточной Церкви. Никогда. А как могли? Бог. Я себе ничего не могу приписать. Повторяю, у меня нет никакого гуманитарного образования. Я просто учусь у ног Христа полвека. Вот мне надо что-то, я сразу взываю к Богу. И вот об этом я помолился, и он уже это пакости делает больше 10 лет от Осиниски. Наткнулся на меня. И сейчас говорят, вот благодаря тому, что он на вас вышел, а меня-то знают, у меня роликов не 2, не 3, а 14 100. Да что ж меня не брать-то? Ну, меня голыми руками можно брать, когда вся жизнь под ноготной, все открыто. С телефонами, с адресами. И книг. Да книг-то никаких-то. Представь себе. А то у меня 38 только в бумажном варианте. Томов. А книги-то какие? Вот, допустим, я студентам преподаю и говорю. После занятий вопросы и ответы. А так как я плоховато слышу, напишите записку. И я вам буду отвечать, как всегда, по Библии, по канонам, по церкви, но одновременно буду отвечать 300 поэтов России за 300 лет, что сказали по этой теме. 300 поэтов – это 20 тысяч файлов. И на каждый вопрос я отвечаю из 6 поэтов, и у каждого поэта эпиграф из Библии еще делаю. Это чего это стоит? Это 26-й том у меня. Каждый том 752 страницы. Это имейте в виду. Книги пока еще есть. Я всем скидываю цены какие. Рекламу даете. Да стоит чего давать-то. Если я из 1000 экземпляров 650 только библиотеки подарил даром. А поездка во что нам обошлась? Только на горючее в один конец за Португалии 440 тысяч ушло. А у меня пенсия 8141 рубль 33 копейки. У меня ничего нету. И как только подумаешь что-то делать, откуда незнакомые люди сразу же узнают и присылают, почему они верят мне на 100%, что я не съем, не пропью, не проблужу, не проезжу. До копейки отправлю на небо. Почему? Господь дал мне страх. Страх Божий, что мне 80 лет, 10 июня будет. Я благодарю Бога, что не могли меня в морозилках до конца заморозить, как меня пытали, выкручивали, накачивали. Это не день, не два, 26 лет. И Господь вывел 80 лет, а у меня еще 3 голубятни, в деревне 2, да здесь одна, да в доме голуби живут. Сегодня ролик составил о голубях, как они уже вывели у меня здесь. Я с ними вожусь, почему это радость. У батюшки овечки, батюшка с тарелкой не ходит, у него около 100 овечек, но платят все десятину. А мы вылавливаем, где какая нужда. Вот приехали к нам библейское общество, сибирское библейское, издают Библию, переводчики, там алтайский язык, ой, уроды. От нас всегда приедут сюда, шестизначная цифра. Где бы что ни было, сгорел храм, там беда какая-то, погиб в автокатастрофу, мы собираем сразу деньги. Почему? Маленькая община. И у нас совсем маленькая, но народ очень жертвенный. И самое последнее благословение у Малахии – десятина. Десятина. Все? У меня последний вопрос. Ну, давайте. Вопрос, как бороться вот с унынием и ленью? Уныние вообще побеждается трудом. Женщины, когда остались без мужей, ушли на фронт. Работали у станков, на полях.
И все для фронта, все для победы. И уныния ни у кого не было. Похоронку получила, проплакалась где-то в сторонке. Нельзя пропустить было. 20 минут пропустила, опоздала. 2 года тюрьмы. Серьезное время было. И уныние, когда человеку делать нечего, заунывал. Это называется отчаяние. А то апатия. А уныние – это смертный грех. Этого не должно быть. Даже никак. Смотрите, как ходите. Какая у вас походка. По походке. Как вы разговариваете, как вы считаете, как запоминаете, как конспектируете. У вас на ум не придет это слово. У меня за 80 лет не было ни одной минуты. А у меня врагов не перечесть. Только за последний неполный год мне пришлось черный список отправить больше 7 тысяч. Тысяч. Это полдивизии. Сквернословие, матерки. Ну, я что могу сделать? Он такой, говорит, грязный сосуд. В Доме Божьем есть сосуды чистые и нечистые. Ему выпал такой жеребий, а у меня другой. И поэтому будь очень внимателен. А с унынием бороться трудом, молитвой. Трудом, да. Поставь себе за правило. Это вот щетки называются. Сотницу только брать, чтобы 100 было бабышек этих. Вот. И в день не меньше 7 раз. Это 118-й псалом. Запишите. Псалом 118-й. 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твои. За суды. Не за то, что Бог мне дал яблок много. За Майдан, за войну, за гибель детей. За все. 7 раз в день. Не считай утреннее, вечернее. 3 святое и 100 поклонов. Это 1 раз считается. И своими словами. И у тебя уныния некогда будет. Ты будешь только думать о том, как это все успеть сделать. Я на пенсию. Сегодня я встал. Это, я не знаю, было сколько. Ну, как правило, я встаю где-то во 2-м часу. А все остальные у нас 4:40 встают. У меня в лагере дисциплина была, и военной такой нету. И дети все это принимают. Подъем в 5. Найдите мне детский лагерь, где в 5 подъем. Не знаю, что вот, такое. Рано искупаться, поработать. У них аппетит, говорится, что надо. Трудовой лагерь. И каждый день игры. До 6 раз купаются, чтобы умели плавать на лодке. Лодки у нас плавают надувные. На лошадях. Собираем ягоды, варят варенье, учатся корову доить. То есть это будущее поколение. На меня нападают за детский лагерь. Они выковыриваете все. Ну, значит, я чего-то стою, если они вокруг меня, вокруг моей колокольни пляшут. Мочатся и блюют на нее. А мне это не касается. Они говорят не обо мне. Если обо мне, они бы выставили ролик и сказали, они вырвут. Я с ребенком разговариваю, голос заглох. Это я им матерю ребенка, что-нибудь такое. Ну, безумие полное. Если девочка где-то, и я девочку эту одобрил, сказал, вот она поступила сегодня правильно, тяпала хорошо там где-то, значит, я педофил. Ну, все. Что спрашивать? Это уже... Да. Это с почностью мало. Я у ребенка живот поцеловал, когда 3-летний-то, ему сразу педофил. Ну что, ты с ума сошли? А почему? А потому что это он такой. Ну да, да. Так, если я что-то вам не скину, вы мне потом в письме напомните. Заходите. Спасибо вот, большое вам. Заходите, да. Я напишу вам. Один раз сначала предупредить. В определенное время, через 2 недели. У меня времени абсолютно понял. Нету. Так, спасибо большое вам за помощь, за то, что... Ну, уделили время. Ну, я получил от Бога, это не мое. Я просто щедро отдаю. Вот как спросили Олега Стеняева, вы не слышали такого? Да, слышал. Олег Стеняев. Да, ну, слышал. Благовестник так. Ну, его обо мне спросили в Германии. А он говорит, я его знаю, я с ним встречался. Это очень успешный полемист. Там сектанты обращаются. А больше я не знаю, говорит, уже лет 30 назад было. Вот и весь ответ. А другой, знать не знает, он лопочет. Но я говорю, а как он говорит-то? Это не моя биография, что вы делаете-то. Моя биография, вот я сижу в заплатах, у меня ничего нету. У меня ничего нету. А интернет мне оплачивает какой-то человек. То есть все, что у меня есть, все Божье. Вот потеряла средства в воскресенье, уже один сразу подарил. Ну а я ему пообещал каждый день молиться за него. Это Бог так делает. Нужно короткую жизнь просить интересно. Очень интересно. У меня стихотворение есть. Я как биографическое стихотворение написал.
оно поется. Вот заверните себе, примерь к себе своим воображением. А как еще раз? Примерь к себе своим воображением. Там слова есть и все. Слова. Примерь к себе своим воображением. В Ютубе. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Не час, не сутки, но сплошная жизнь. На выходе и входе, за обедом, стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили, враг не достал, истратил всю казну в истерике, в бессилии. Их измотало в горных перевалах, там след моей ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам, исследуя святых, о ком я насчитал. Мой бег, мои убежища с Давидом, за мной Доик, бешеный Саул. Они разведали, что я мимет Акриды, а штаб-квартиры избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, недосягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон, ограда. Мой труд, следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житейный пройден. С той стороны земли на все гляжу. То есть я умер, отошел. И вы прочитайте, там играет на гитаре наш брат. Хорошо, я посмотрю. Так, с Богом. С Богом. Большое спасибо. Аллилуйя. Так, в Ютубе этот ролик будет стоять в пределах, может быть, 10 дней. Понял. Потому что я посмотрю. Редко ставлю, администрацию отсылаем, бывает в другом городе. У нас хорошая команда. Помолитесь, хорошо. Нас, помолитесь, чтобы Господь нас сохранил. Чрезмерно много врагов. Ну, Бог знает. Хорошо. Богу слава. Буду молиться. Богу слава. Сейчас я буду скидывать материалы вам. Спасибо большое, буду ждать. Да. Аминь. Отходите.